Всем привет! Давайте познакомимся с нашей дачей поближе. Купили мы ее 3 года назад. Там ничего не было. Давайте посмотрим, что мы сделаем. Давайте начнем с домика. Вот наш небольшой домик. Там всего 1 комната и малюсенькая кухня. Обзор мы сделаем попозже, когда уберемся, потому что пока еще холодно, воды нет. Что мы сделали в домике? Мы поставили окна пластиковые и заменили дверь. Пойдем дальше. Так, здесь был завален забор, мы его восстановили, покрасили. И также там тоже забор был завален, прямо который был завален, мы его тоже поставили, покрасили. Ну, а здесь... Соседи не разрешают менять, потому что им будет загораживать грядки. Поэтому пока что вот такой страшный забор у нас. Это наша гордость, наша первая постройка, новенькая баня, ей всего год. Планировали мы за 1200 ее построить, но так как цены взлетели, она обошлась в 400 тысяч, такая небольшая. Конечно, у нас под замком, чтобы туда не лазили, не воровали. Ну, а на этом месте у нас стоял старый сарай, мы его разобрали. Доски мы распилили, убрали. Тоже у нас было видео отдельное, посвященное этому. А здесь что у нас будет? Когда мы это все разровняем, уберем, мы хотим поставить бассейн. У нас огромный бассейн 5×5. И вот, здесь такой отдельный участочек для бассейна. Здесь поставим заборчик, чтобы соседи нас не видели. И вот из бани попарился и сразу... бассейн. Ну и в прошлом году мы еще приобрели тандыр. Стоил он тогда 13500. Очень вкусное получается здесь мясо, картошка, овощи и очень быстро. Пока мы паримся, купаемся в бассейне, мяско доходит и потом мы ужинаем. Ну а в следующем видео мы сделаем обзор домика, обзор бани. Поддержите нас, пожалуйста, поставьте лайк.